Всем привет! Ты на Double Bubble, и сегодня у нас новое видео. Мы проверяем классные лайфхаки с ТикТока. Под прошлым видео вы скинули много лайфхаков, которые мы сейчас проверим. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся. А мы начинаем со сладенького. Я обожаю сладкое. Ну а больше всего ты любишь воздушные зефирки маршмеллоу. И их постоянно не хватает. А я нашла лайфхак, как их увеличить. В смысле увеличить? Иди смотри! Берешь маленькую зефирку и засовываешь ее в микроволновку. И получается такой гигант? Да, смотри, какой он огромный! Да ну не, это нереально! Если это будет работать, это будет самый крутой лайфхак для меня! Давай скорее пробовать! Вот она, почти целая пачка зефира! Пойдем на кухню проверять! Как вкусно она пахнет ванилькой! Кладем ее в тарелку и ставим в микроволновку, ну, примерно на 2 минутки. Давай проверяем, мне уже не терпится! Ого, смотри, какой гигант! Горячая! Давай попробуй ее, как она на вкус? Сейчас. Офигеть, как вкусно! Как будто бы на костре сделала! У нее вкус ванильной мороженки! Да ладно, дай попробую! Ну как? Так вкусно, мне так понравилось! Ты только посмотри на это! Она такого огромного размера, а была еще больше! Сейчас она уже на воздухе чуть-чуть скукожилась! А вот ее начальный размер! Вот это да! Смотри, какой гигант! А самое главное, что он нереально вкусный! И такой теплый, просто офигеть! А если ее растянуть? Вау, смотри, как круто она тянется, как настоящий слайм. Короче, этот лайфхак однозначно работает и получает 10 из 10. Слушай, а давай попробуем несколько засунуть сразу, я видел, они так делают. Классная идея, пойдем скорее пробовать. А прикинь, у нас получится целый тортик. Смотри, как зефирки разбомбило, вот это гиганты. Даже одна прилипла. Вкусно? А если их еще макать в растопленный шоколад, будет так вкусно! Вы пробовали, ребята? Пишите в комментах! Следующий лайфхак очень крутой! Саш, ты когда-нибудь пробовал снимать кожу с руки? Что? Зачем? Смотри, это выглядит очень прикольно! Сначала ты на кожу намазываешь клей, а потом он вот так вот сходит. Выглядит противненько! Да, выглядит странно, но ты знаешь, очень прикольно, я хотел бы проверить! И я! Мне еще будет интереснее, если это будет работать. Можно так напугать кого-нибудь. С блестками, наверное, клей не подойдет. Возьму обычный прозрачный. В лайфхаке он льет клей прямо на руку. Что, и ничем даже не обрабатывает? Думаю, нет. Сделаю слой побольше, пожирнее. И размазываю его пальцами по руке. Теперь надо дождаться, когда высохнет. Смотри, клей уже высох. Слушай, может быть, сделаем 2 слоя на всякий случай? Давай. Он такой приятный на ощупь, пока не засохнет. Похоже, и второй слой высох. Держи маркер, напиши чего-нибудь сверху. Как думаешь, сработает или нет? Я очень надеюсь. Мне уже интересно, давай пробовать. Ну что, соскабливается? Да, потихоньку. Слушай, он волосики мои дерет. Бесплатная эпиляция. Точно, смотри, сходит как настоящая кожа. Ну-ка попробуй, потяни. Эу. О, круто! Фу, это выглядит противно. Смотри, как он стягивается. Вот с этой стороны очень клево видно. Выглядит просто как-то нереально и страшно. Ау, отдирать, если честно, его очень больно. Как будто реально кожу сдираю. Слушай, ну по итогу-то все снимается? Да, все работает, клевый лайфхак. И он однозначно заслуживает лайк. Поехали смотреть дальше. Саш, скажи, когда мы собираемся в отпуск? Какой отпуск? Мы еще билеты не купили. Как это так? Я чемодан вообще-то собираю. Ты же знаешь, что на борт самолета нельзя приносить объем большой жидкости. Да, их обычно вытаскивают, если взял много. А у меня есть лайфхак, как его уменьшить. Берем тюбик, например, с пастой.
Отрезаем от него половинку и с одной из сторон прижигаем плойкой. Слушай, это очень удобно. Давай проверим. Если будет работать, это очень круто. Вот мой тюбик с зубной пастой. Отрезаем от него половинку. Бумагой для выпекания оборачиваем тюбик. И обычной плойкой для волос его надо нагреть. Неужели это сработает? Не знаю, но я надеюсь, что да. Ну что, смотришь, что получилось? Да, давай. Ой, смотри, кажется, слипся. А, какая горячая. Попробуй оторвать пленку. Выглядит, как будто реально сделался настоящий тюбик. Слушай, реально получилось. Из большой пасты стала маленькая. Тюбик, конечно, еще немножко горячий, но смотри, он держится, и из него ничего не выдавливается. Офигеть, прикольно. Так, кстати, даже паста будет лучше выдавливаться. Здорово, лайфхак работает. Однозначный лайк. Саш, а ты вот не устал? Ну, есть немножко. Так ложись, отдыхай. А кто видео будет снимать? Да я сама без тебя разберусь. Фига ты добренькая. Ладно, давай, снимай, я пойду пока отдохну. А я пока попробую классный лайфхак. Как почитать переписку парня. Вот, смотрите, телефон можно разблокировать при помощи перчатки. А вы знали об этом? Я хочу сейчас попробовать. Вот, смотрите, я перчатку уже приготовила. Осталось дождаться, когда Саша заснет. Вот, смотрите, она вот так выглядит. Пойдемте, походу Саша уснул. Главное, чтобы меня не спалил. Телефон, кажется, в кармане. Опачки, достала. Телефон у меня, надо пробовать. Короче, я поставила камеру на штатив. Теперь мне будет удобно. Смотрите, телефон, как всегда, требует пароль. И по идее, с перчаткой он сейчас должен будет открыться. Эй, что, не работает, что ли? Блин, только Сири вызывается. Нифига не работает. Вань, что ты шумишь-то, а? Ничего, лайфхак проверяю. Ну проверяй в тишине. А телефон мой где? Я не знаю. Ань. Неужели заметил? Ты что, мой телефон взяла? Нет, нет, ничего я не брала. Ты что, давай сюда. Не брала я ничего. Без носа нельзя брать, ты не знала? Я и не брала. Вот он мой телефончик. Ты меня что, специально спать отправила? Да не специально, все равно лайфхак не работает, какая разница. Зачем ты взяла мой телефон? Хотела почитать сообщение. Да нет у меня там ничего. А с кем ты постоянно переписываешься? С кем переписываюсь, с тем и переписываюсь, это мое дело. Вот так вот, а я реально думал, ты меня поспать отправила. Да ладно, ладно, смотри, следующий лайфхак действительно крутой. Я нашла, как из длинных волос сделать короткие и не стричь их. Смотри, она заплетает сзади косичку, а потом подвязывает ей все волосы. Получается каре. Слушай, как круто! Я бы посмотрел, как ты будешь выглядеть с короткой стрижкой. Я готова. Мне нужна будет твоя помощь. Так, сначала надо заплести косичку. Переодеваем резинку. Теперь оставшуюся часть волос завязываем резинкой. Теперь косичку нужно как-то обернуть вокруг и подвернуть сзади. Ну вот, что получилось. Правда, как-то криво и не так красиво, как на видео. Ну, как я выгляжу? Если честно, то не очень. Почему? Я не понял, лайфхак работает или нет. Вроде все завязывается, как у них, но, может, я косички просто не умею плести. Да уж, что-то странное получилось. Совсем не похоже на каре. Наверное, этот лайфхак работает, если ты стилист и умеешь хорошо обращаться с волосами. Но это не про нас. Так что ставлю ему плюс-минус. Попробуйте сами, может быть, у вас получится. Для следующего лайфхака мне надо переодеться. Как тебе платье? Отлично. Так в чем, собственно, лайфхак? Смотри, сюда подойдет классный поясок. Но талия для него слишком узкая, столько дырок нету. Вот, видишь? Да, придется делать новую дырку. Зачем портить пояс, если можно его так завязать? Затягиваешь его сильнее и опускаешь собачку вниз. И дальше ремень сам держится. Ну-ка попробуй, интересно, работает или нет. Вот, опускаешь вниз собачку. Так. Ремень. И затягиваешь его в петельку. Смотри, как круто держится. Ого, прикольно. Слушай, так это ж мой ремень. Был твой, стал мой. Смотри, как он красиво подчеркивает мою талию. Ребята, понравились ли вам сегодняшние лайфхаки? Пишите в комментариях.
И не забывайте скидывать мне новые лайфхаки для проверки. Всех обнимаю и люблю! Ставь лайк, подписывайся на наш канал и выбирай, какое видео посмотришь следующим.